Поели, попили. Как обычно, все поразбрасывают. Стол заляпали, не вытерли. Интересно, что можно делать, чтобы сразу убегать отсюда? Сейчас пойду проверю. Что я вообще буду убирать за ними? Что, они, что вы делаете, ребята, а? Отлично! Играет! Да папа, отвали, у меня тут важная миссия, нужно ее обязательно пройти. Ничего себе, еще отвали, важная миссия. Что может быть важнее? Поел, убрал за собой, вот это важно. Ну важно, я тебе говорю, не могу сейчас никак. Ага. Подожди, вообще через 2 недели школа, что это за игрульки в игрульки? Все лето за компом просидел, а? Хоть одну книгу прочитал. И вообще... Где твое задание на лето готовое? Твоя классная звонила, спрашивала, готово оно или нет. Ну-ка, показывай. Папа, ну не сейчас. Ах, да, так, отстал. Папа, ты чего? У меня я вот уже миссия. Отстал. Раз, и два, и все. И все, я от тебя отстал. Понял? А пристану только когда задание на лето покажешь. Не, вот теперь хоть... Делом займется, а то не игрульки там. В комнате, может, поубирает сейчас. На кухню его отправлю. Это пока у меня постоит. Да блин, ребята, как такое может быть? Папа забрал монитор. Каникулы осталось всего лишь 2 недели. Дай бог у меня. С комнаты заберут что-нибудь. Вот так, все. Так, младший где? Хорошо, что хоть у меня телефон есть. Но с компом было-то веселее. Ну ладно, буду в ютубе сидеть. Арсений! Арсений, ты где? А, в пьеску на 2-м этаже играет. Такой же бездельник. Ничего не хочет делать. Сразу в пьеску на 2-й этаж убегает. Ага, Арсений! Блин, папа, наверное, пришел ругать за тарелки. Арсений, 2 недели до школы осталось. И что мы тут видим? Та же картина, что и у Саши. Ну ладно. Домашнее задание, которое на лето задавали. Через 30 минут мне на проверку. Пап, ну только не пьеску, чем мне заниматься? Вот домашним летним заданием и заниматься уроками. Все. 2 недели осталось. Да что ж такое за напасть? Ладно, в телефоне посижу. Тишина резко наступила. Никто не ругается. Все в Фортнайте получается. Наверное, за ум взялись. Хотя это маловероятно. Надо проверить. Неужели уроки делает? Ага, аж 2 раза. Кстати, ребята, мы на Шанике открыли канал. И сегодня вышло новое видео. Переходите по ссылочке и смотрите. Это уже ни в какие рамки не лезет. И это тоже будет теперь у меня лежать. Ясно? Может... Так за ум разум возьметесь. Блин, что ты на папу сегодня напала? Вообще все мешает делать и все забирает. Интересно, Арсению повезло или так же, как и мне? Продолжает смотреть, да? Да папа! Это может неделька, может 2 у меня полежит. Папа, ну совсем скучно будет. Скучно будет? Уроками займешься, чем-нибудь общественно полезным. Понятно. Что тебе понятно? И у Арсения уже телефона нету. Конечно нету. И не будет. Вот здесь они будут лежать. И все. Уже точно не возьмете. Так, я с этим смирюсь. Надо решать это дело. Телефон забрали, и уже очень скучно. Я с этим категорически не согласен. Вот мой. Пойду-ка я к Арсению. Пойду отобью свой телефон.
О, Сань, и ты тут осторожней, папа там. Я знаю, знаю. Арсень, Арсень, на раз, два, три подбегаем. Раз, два, три. Ты... Вы чё, малый, а? Ты мнёшь, как бы до него догнаться. Папа, сидеть и не двигаться, и наши телефоны отдавай. Ой, бок заболел. Папа, что случилось? Ой, 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 бок заболел. Ой-ой-ой. Что, малые, а? Не ожидали? А? Решили у бати отбить, отжать? Да не доросли еще. Ну-ка, пошли уборки в свои комнаты делать. А? Быстро, 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 быстро! Уборка, уборка! Учеба! Уроки! Как же это папа нас похитрил? План провалился! Беги, беги, беги! Решили отжать! А, как раз хватило отбить. Ха. Отбивалы, елки-палки. Ах, мое ухо, прямо в ухо попал. Придется что-то другое думать. Ребят, да сколько можно уже это читать? Пойду к Сане схожу, что он делает, посмотрю. О, папы нету. Санек, что ты делаешь? А что мне остается делать? Сам посмотри. Слышь, папы нету. Ты не знаешь, где он телефон наш положил? Да не знаю, а где сам папа? Да во дворе он. Пойдем придумаем, как отжать наши ПСки и телефоны. Пойдем. О, смотри-ка, бассейн чистит. Ох ты, у меня сразу идея. Пишем тихо, что папа нас заметил. Капец. Резинки какие-то. Пупы ты, очки. Уже сколько раз говорили вот эту вот всю фигню мелкую доставать. Около нее грязь, мусор собирается. Мое мусор, капец. Я придумал, как мы его в бассейн окунем. Мы его поднимем за ноги и просто перекинем через бассейн. Да, надо только момент словить. Ё-моё, какая температура. Сейчас вот только градусник поставим. Смотри, он сам забрался, только перекинуть его нужно. Пойдем, пойдем. Сейчас отдашь наши телефоны. Вы что, фонарели что ли, или что? 20 градусов всего, температура воды. Давай, Ресин, забирай, чтобы он не выбрался. Давай. Вы что делаете? Что делаете? А теперь рассказывай, где наши телефоны? Да лестницу сюда дали, 20 градусов. Тубак! Нетушки, сначала где наши телефоны и монитор спрятал, говори. А где ваш монитор с пьеской, я вам никогда не скажу, где положил. А с телефонами, господа, вы попали. Хана вашим телефонам, все. Мокрые. Выкинули в банк. Папа, ты что натворил? Наши телефоны утопил. Это вам наказание за то, что батю в бассейн так быстро лестницу это, и вы попали на стоимость телефона. Блин, капец, ребята, мы попали. А вы были на канале. Брось шок, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы пошли собирать деньги на новые телефоны.